Ребята, это свершилось наконец-то. Релизую свой чит DES Alpha. Зайти можно вот в Discord сервер, то есть вот все обновления тут есть, все показано, все рассказано. Вот последнее обновление. Вот. И наконец-то, что надо сделать? Вот ссылка в описании вот это вот будет. Вот, подписывайтесь на меня, на мой канал, пожалуйста, я буду очень рад. Потому что чит сделал бесплатным. То есть вот, ну, то есть поставить лайк на ролик. Ну вот это просто мусор, то вот так вот скипаем. Потому что с чита я фактически получил не рубля, вот, только вот через Monese могу какие-то вот. Вот, нажимаем открыть ссылку, вот, скачиваем. Чит полностью бесплатный. Идет он на Legacy Launcher, получается. То есть вот давайте обновим. Все, вот у меня ничего нет. Вот. Этот видеоролик я никак монтировать не буду, чтобы никаких склеек, вкладок. То есть я сразу его, получается, запишу и сразу выложу. Чтобы не предъявляли, что вот мы смонтировал, все понятно. То есть вот мы перекидываем файл на рабочий стол. Ой, блин. Открываем папку этого Майнкрафта, ну, Legacy Launcher Versions. Открываем рарник, перекидываем его сюда в версию. Версия 1.16.5, потому что вот, если модер предъявится на проверке, что типа вот зашел версия, тут версия 1.16.5. Ну, потому что это вот всегда, то есть версия 1.16.2, то есть вот на обычных версиях так всегда вот пишется. Вот, вставили версию. Что надо сделать? Еще вот зайти сюда, вот настройки лаунчера игры, поставить только 17-ю Java, потому что без нее чуть не будет запускаться. Заходим сюда, вот пишем минус на верифи, нажимаем сохранить, обновляем и запускаем наш чит. Чит полностью бесплатный, прошу подписаться на мой канал. Чит обходит такие сервера, как Funtime, Holy World, там Killaur есть. То есть вот чит у нас загружается, никаких склеек, вот DES Alpha. То есть вот мы заходим, вот онлайн сервера, вот сразу Funtime. Давайте зайду вам покажу. У меня сейчас, скорее всего, за 4.5 должны откинуть, но я надеюсь, меня не откинут. Если что, конфиг я оставлю в своем Discord сервере. Но вот в этом. Ой, в этом Discord сервере, вот DES Alpha, я тут оставлю конфиг. Funtime. Все, конфиг ПТ. Все, вот она GUI-шка, вот она замечательная чит. Темы не ставятся, все настраивается. То есть все настраивается под чит. Вот такой вот таргет худик. Вот Alpha User, Crack Alpha. То есть вот, Discord NPC такой замечательный, индекс, альфа, юзер, альфа, очевид, крек. Смерть здесь, вот версия 1.5. Вот такие вот настройки Килаура, если... сейчас я вам покажу настройки Килаура, что... Так, так, только криты, давк, цель, крик, завершение, заметный, все. FG сейф, ПТ. Ой, да, все, замечательно, вот, без тюнингов. Тринглы, вот такие тринглсы. Вот, получается, вот так вот гуишка. Кстати, я еще починил, получается, автотрансфер. То есть вот все настраивается, все спокойно. Вы можете принести ресурсы. Автобай, если что, не работает, не советую вам его использовать. Оно, вы, конечно, даже не сможете. Потому что вот я захожу на сервер. Пропишу бинт-лист. Что у нас работает? Получается, автомист, автотрансфер, килаура, нюкер и спайдер. Сейчас я вам быстренько покажу. Warpmine. Если, конечно, спайдер работает, это будет замечательно. Нюкер я вам продемонстрировать не могу, потому что у меня кирки нет, сейчас ресурсов на фантаме нет. Но я вам покажу сейчас настройки нюкера. Вот это 2.4 и задержка 4.5. Что не делает нюкер? Вы, получается, берете кирку в руки, врубаете нюкер и на автошахте вот так вот копаете, он, получается, под вами копает. То есть большая территория. Давайте я вам покажу, как работает спайдер. СССов вы, конечно, пока что не сможете ливать, потому что скоро сделаем спайдер. Вот. Что вам надо сделать? То есть вот взять камень футбар. Он, допустим, где-то ровной поверхности. Ну вот тут вот. Все, берем. И вот так вот. Вот спокойно. Он тут. Нет, ну то есть вот ровная поверхность. Берем. И вот так вот залазим.
Все, как видите, спайдер пока бустит на фантайме. То есть вот спайдер прим. Спокойно он может наливать откуда угодно. То есть это спайдер работает не только в РГ, то есть и в обычном мире. То есть вот, все замечательно. Смотрите, какой большой выступ забрались. Просто вот 0 кипов, 0 флагов, это не визуалка. Также у нас, я забыл запиндить, фрикам работает под фантайм. То есть вот, не кикающийся фрикам. Вот, бегаем, не визуалка. Также с КФК. То есть вот, бегаю. Я вот завис. Ну, зависать нежелательно, конечно. А то может кикнуть, я не знаю. То есть вот, абсолютно не визуальный атаку. Еще хотел бы заметить, у нас получается... Ой, блин. Работает, получается, ESP-шки на сферы. Ну, а, на сферы пока что. Вот сфера Пандоры у тебя. Ну, Наталья пока не работает, то есть вот сфера Пандоры. То есть вот все подсвечивается. Замечательно, все, вот. Хотел бы еще отметить, что у нас есть два автомиста. Автомистов два. То есть вот это вот... Я вам покажу, что он, да, лимит количества 3 месяца, желательно просто убрать. Вот задержка 22. Вот это самый лучший автомист получается у нас в клиенте. Ну, не во все, но именно в клиенте. То есть, вот. А вот этот вот автомист не затечен. Я вот пока его еще не тестил. Ну, то есть, я его на вот так вот тестил, у меня там... Ну, сфера не залутала, она так себе залутала. То есть, вот вы можете тестить вот этот автомист, можете потом не скинуть настройки, я вот буду залутаю с вашими настройками на ролик. Вот. Получается, все, клиент рассказал, я уже не знаю, что сказать. Ну, клиент еще подходит как под ХВХ, так и так. Вот, особенно хотел рассказать про self-destruct, если модер тупенький на фантаме, то есть, вы можете просто нажать self-destruct. Все, чит просто попадет, вот ЗК надо запомнить, все, чит вернется, вот. То есть вот нажимаем F3, все, одежда с 5 винила. Правда, вот тут надо пофиксить, у меня не открывает папка с наборами. Ну скажите, можно сказать, что просто вот зависло что-то. Ну я это пофикшу, конечно, извиняйте. Вот, получается все, я про чит полностью рассказал, вы можете скачать его в описании, пожалуйста, переходите по моей ссылке, я вам показал полностью и рассказал, как чит скачать, я надеюсь, он вам понравится, по визуалам тоже, все, всем удачи, всем пока, играйте с моим читом DS Alpha, никаких ратников, ничего нету, если какие-то есть претензии, пишите в Discord Dr. Freak, все есть в описании, все, всем удачи, всем пока.